Дмитрий Якин, отчим. Любовь в нашей жизни слепа и изменчива, сближает фактически разных людей. Раз ты полюбил разведенную женщину, изволь воспринять неродных сыновей. Пусть дважды подумает смелый мужчина, решившись жениться на даме с детьми. Любовь ведь проходит, оставив рутину, и дети при этом страдать не должны. Как выжить мальчишке с зажиточным отчимом? Вся жизнь словно бешеный бал сатаны. За что эта ненависть? Кем напророчена, когда тебя терпят лишь ради жены? Но и матери доля в таком положении отнюдь не завидна. Возьми, рассуди. И с мужем не хочешь сорвать отношения, и жалко ребенка до боли в груди. За то, что приходится в эти моменты кормить лишний род, одевать, содержать. За то, что папаша не шлет алименты, парнишку готовы порой растерзать. За каждый кусок упрекают жаднее, пытаясь ребенка морально сломить. Спасибо не бьют, но гораздо больнее, когда заставляют за пряник служить. Наказывать голодом – это злодейство. Оно однозначно к добру не ведет. Кем вырастет будущий папа семейства? Таким же жестоким или наоборот? Однако встречаются редкие случаи, где дети и отчима папой зовут. Вот это действительно семьи везучие, такие в согласии всю жизнь проживут.